Всем привет, дорогие друзья, с вами Дарьи, добро пожаловать в Орион. Мы проходим испытание. Давайте 1СТ1 меня попросил пройти испытание. Давайте пройдем его испытание, посмотрим. Не забудь поставить, кстати, палец вверх. Так, отлично. Я отсюда начинаю, кто трое. Так, что тут надо сделать? Ух ты, ну очень красиво выглядит. Идем дальше. А вверху такая земля. Давайте посмотрим. Круто выглядит вот справа. Еще какая-то луна, видимо, едет. А, вот та, значит, наша планета Земля. Точно. А мы на другой какой-то планете. По-хорошему бы нам факел взять. Вот так-то лучше. Тут темно, ничего не видно. Ставить я, видимо, не могу тут ничего. Первый зомби. Так, красиво сделано. Наверное, он долго старался. То есть я должен, по сути, найти выход. Ух ты, голем какой-то. Я думаю, я в правильном направлении. И выход я найду. Так, какие-то чемоданы тут. А, сундук заперт. Блин, много зомбаков. Надо убегать от них. Я, так понимаю, мне давно спускаться. Закроем за собой. Самый-самый-самый-самый-самый-самый-самый-самый низ. Надеюсь, ты меня смотришь, 1СТ1. Ну, ник такой. Это и летсплейщик, по-моему. Ладно. Чуть более не упали. Гномики наши друзья. То есть мне надо в самый низ спуститься, чтобы найти выход. Я так понимаю. Так, я лучше по лестнице пойду. Так безопаснее. Если упадешь... О, мы бы разбились бы, если бы упали бы. Так, так. Тут тоже по лестнице пойдем. Спуск вниз называется. Так, ладно. Ух ты ж, блин. Фух, повезло нам. Что такое? А там лава, смотрите, мы могли бы в лаву попасть. То есть нам, по сути, повезло. Я не знаю, что будет там. А там лава. Все. Такое испытание. Кстати, хотите, чтобы мы опять прошли, можете поставить палец вверх. Ну, не знаю, сложное, кстати, испытание. Так, довольно-таки, как он, интересно, это все делал? Я думаю, он долго старался. Так, ну тут финиш. Сначала, в принципе, я правильно пошел. Так, еще можно застрять тут? Блин. Нет, тут можно вылезти. Так, ладно. По лестнице пойдем. Ну да, это сложное испытание. Молодец. Постарался. Блин, зомбарь. Уже зомбарь даже тут сейчас прям. Уходим, 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 уходим. Я уже думал, победа близка, но там оказалось намного сложнее. Может, у меня есть зелье, у меня есть, отлично. Так, поставим. Надо было звуки включить. Да, так эпичней. Это же я и закрыл. Да, там стоит быть поаккуратней. Потому что там реально опасно. С этой лавы, там везде лава. Нужно знать, куда падаешь. Так, ступеньки. Ух ты, немножко ошибся. Раскил очень, да отвали ты от меня.
немножко по другому пути пошли. Так, хорошо. Тут мы были, кстати, мы туда не ходили. Ух ты ж. Червячок, надеюсь, я не упаду в лаву. Ух ты, куда я упаду? Надо было дальше падать вниз, наверное. А сейчас уже утро. Сложное испытание. Непростое, я бы сказал. То есть, по сути, мы сделали все правильно. Нам, наверное, туда падать было. Ух ты, это туда, куда мне надо попасть? Ух ты ж, ёлки-палки, нифига себе. Я так далеко падаю, боже мой. Походу, дело, я погибну. Офигеть. Офигеть. Это самый длинный туннель. Вот тут я падал, да-да-да. А, это самое пепло. Если я туда упаду, я сгорю, ребятки. Это самое ядро. Кстати, почему вода не падает? Идите вы нафиг. Попробуем бежать, попробуем бежать. Я откуда знал, что их так много? Я лучше сюда упаду. Я туда не могу даже упасть. То есть вон, ну как, это надо обойти и потом вверх идти. Нифига себе, ну круто, поздравляю. Классно сделал. Можете поиграть, 1st1. А, человек, вот вы карту видели, давайте выйдем. Не знаю, мне понравилось. А, планета 1st1, ребятки. Попробуйте поиграть, но это реально сложно. Вот. Можете подсказать вообще, как пройти эту карту? А с вами был Даридий. Всем до скорого, ребят. Пока-пока.